Приветствую, друзья. Я вот некоторое время назад очень много думал о том, как бы сделать методику скорой экстренной даже помощи. Но чтобы вот так вот человек ко мне вышел, я сразу за полминуты объяснил ему, что ему надо делать, используя, ну, в общем, методики мои с ключа, но как их надо между собой просочетать, чтобы это было так легко сделать в любом сложном стрессовом состоянии, ну так легко, чтобы так было естественно. Потому что просто я обратил внимание, что человек и сам пытается сделать, но не позволяет себе, потому что не придает этому значения, потому что никогда не обращали на это внимания, и поэтому он даже думает, что этого делать не нужно. На самом деле инстинкт ему подсказывает, что надо сделать, как выйти из стресса, депрессии, из такого состояния неприятного. И я вот придумал, как это делать. Я просто соединил 2-3 свои методики, и получилась одна новая методика в новом качестве. Я поделился со своим сыном сейчас, с Оленом, и говорю, Шелли тоже скажи, потому что вы все время это применяете, только вы не обозначаете это словами. Вы практически это всем помогаете, но просто вы не говорите о том, как вы это делаете. Но я про эту методику сейчас говорю конкретно. И он говорит, слушай, папа, ну ты гений вообще. Ну я говорю, я знаю, что я гений, ты тоже гений. И все гении, все-все гении люди. Просто они не позволяют себе быть гениями. Почему не позволяют? Потому что кумиры существуют. Потому что страх ошибки существует. Ответственность существует. Да, вот я теперь получился низвергатель кумиров и страха. Но это что значит? Как говорил основатель школы ТРИС, великий Альтшулер, что надо освобождаться от психологической инерции. То есть вы находитесь в состоянии какого-то процесса, у вас есть там авторитеты, у вас там есть какие-то шаблоны мышления. Ну, по существу, это речь идет о доминанте. Потому что доминанта склонна стягивать к себе все негативные эмоции, стягивать выражения, представления. Доминанта, если она негативная, то ты все и видишь в плохом свете. Если ты в хорошем настроении, все видишь в хорошем свете. А эта методика позволяет освободиться от этого. Давайте проще, от негативной доминанты и переключиться на позитивную доминанту через то, чтобы снять эти очки розовые и черные. То есть выйти на ноль сразу. Придумал, представляете, можете меня поздравить. И этот семейный секрет пока у нас, у меня, у Алены и Шейлы. Ну, семейная династия, потому что мы всю жизнь этим занимаемся, и мы понимаем друг друга на полуслове, как будто бы телепатия, которая вообще-то не существует. Была бы телепатия, язык бы у человека не сформировался. Да, это так. Так вот, друзья, я все-таки предлагаю, у кого какая проблема такая, что он на самом остром стрессе, не знает, как быть, хватается за голову, все рушится, падает, он не знает, куда обратиться, пишите мне. Я вам скажу, что надо делать буквально за минуту-две, вы выйдете из стресса. Да. Самое интересное, сами не поймете, почему так быстро происходит. Это как магия, как магия. На самом деле никакой магии нет, это чистая наука. Я сам научный человек, и поэтому я глубоко копаю, очень глубоко. И поэтому я это и понял, как надо это сделать. То есть я создал технологию срочной психологической помощи, да. Без всякого замучивания, да. Вот так, друзья. Пишите, кому надо срочно помочь. В WhatsApp пишите, я как увижу там вашу просьбу, я как увижу, я очень занятый человек, как увижу, я немедленно, как увижу вашу запись, да. Ну, по пустякам не пишите, вот именно по этому поводу. Кому нужна экстренная психологическая поддержка, помощь?
Я как увижу вашу запись, как буду свободна, я тут же немедленно вам помогу выйти из стресса. Секрет пока не распространяется. Я сказал Алену и скажу Шейле. Да, они сами понимают это. Потому что кому не нужно, возьмут и начнут людьми манипулировать. Потому что я там не скажу самый главный момент, чтобы не обращали это во вред. Технику безопасности. Это очень важный момент. Да. Итак, друзья, до связи.